В «Газпромнефть Муравленко» активно ведутся работы по подготовке объектов нефтедобычи к предстоящей зиме. Подобный комплекс мероприятий проводится ежегодно и стал уже традиционным. О том, как хорошая работа летом помогает избежать нештатных ситуаций на месторождениях зимой, расскажет мой коллега Эрнест Бавшин. Подготовка объектов нефтедобычи к работе в осенне-зимний период стартовала еще в мае и выполняется только силами работников «Газпромнефть Муравленко». В мероприятиях задействованы все производственные структуры, базы, цеха и другие объекты обеспечения производства. Контролирует ход выполнения Центральная инженерно-технологическая служба. Проводится замена внутрикустовых трубопроводов, проводится ревизия и утепление блочных объектов, таких как АГЗУ, БМА, БНГ, замена остекления, замена дверей, полов, утепление, замена запорной арматуры и восстановление кабельных эстакад. Самые ответственные, трудоемкие и затратные работы – это замена трубопроводных систем. В летний период планируется проложить около 9000 метров внутрикустовых трубопроводов на самых проблемных участках производства, чтобы не допустить аварийных ситуаций в зимний период. Периодически на предприятии анализируют ход выполнения мероприятий по подготовке к зиме. Проходило промежуточное совещание с руководителем подразделений по подготовке, проводились актуализация мероприятий, проводился срез, и на текущий момент те мероприятия, которые были запланированы, на текущий момент выполнены на 96%, но есть полная уверенность, что мы все-таки итоговые мероприятия выполним в установленный срок, и к сентябрю месяцу, к началу заморозков, мы придем подготовлены. После того, как в цехах «Газпромнефть Муравленко» завершатся подготовительные работы к зиме, будут составлены акты их готовности, и руководство предприятия примет решение о том, готово ли предприятие к предстоящим холодам. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города.